What you said to the bell, you keep running in smoke, no quiet, so it's trap. I'm a woo, got bitches with a flat six, skinny white boy, but you gotta make it shout. Yeah, what you said to the bell, you keep running in smoke, no quiet, so it's trap. Оу, полный спринтер мерча. Так еще получается у нас в салоне он. Ребята сделали. Вот, эти ребята. Молодцы. Уже в Сочи приедем, будем смотреть все. Как там все получилось. Варенки загружены, обычный мерч загружен. Наборы, которые люди купили, тоже загружены, и это все отправляется в Сочи. Мы думали, меньше будет, да? Да. Полный спринтер вообще. Это, если что, экстра лонг. Да. Кайф. Фух, эпопея подходит к концу. Ну, господа и дамы, кайфон, конечно, так не передает, но это топ вообще. Просто топ. Офигенные варенки. Я думаю, их очень быстро разберут на Grounded. Голосуйте, вам нужны варенки на Озон или нет? Если нужны, то сделаю. Они офигенные. Мы не успели напечатать бирки, но и без бирок очень классно смотрится. Потому что вот типа ничего нет лишнего. Вот наша бирка. Sidemasters. Кайф. А на ощупь какие приятные. Топчик. Не ты с Лёхой пролетал, блядь, в шлеме, блядь. Зашел на Сочи автодром. И через окно видно Сильвию и Калаша. Вон там Гочина стоит. Красота.